посетим фестиваль гик-культуры Алматы Winterfest Geek Times. Посмотрим, что там будет. Нас там ожидают фан-зоны, всякие конкурсы, ламповые косплей, игры. Ламповые игры, это старые такие приставки какие-нибудь, Марио, турниры по компьютерным играм и куча интересного. А впереди нас ждет очередь. Внизу это вот так вот выглядит, точнее не внизу, а внутри. Это первый зал, здесь, наверное, будут конкурсы проходить. Ну, народу много. А мы пойдем посмотрим. Идем мы домой, пробовали мы там пару часиков, народу там много, конечно, с маленьким ребенком не совсем удобно, Ева хотела бегать везде, нам пришлось с Феликсом сидеть, а так прикольно, правда, места маловато, надо организаторам в следующий раз побольше зал выбирать, потому что явно переполнено все было, сидячих мест мало, народ стоял в зале. А так прикольно, конечно. Костюмчики, турниры. Прикольно. Ну да ладно, бывает. С каждым разом все будет лучше и лучше. Подписывайтесь на наш канал, смотрите. Да, свидули. К слову, стоило это все удовольствие. 2000 человек, если билеты брать прямо вот здесь на фестивале. И по 1500, если мы брали заранее. Но где заранее брали их люди, непонятно. Скорее всего, где-нибудь в соцсетях была инфа. Но я особо не искал, поэтому мы заплатили за двоих, за меня и за дочь. А младший был бесплатно, проходил.